Второй тур первенства Олимп ФНЛ. Сегодня у нас в гостях ивановский текстильщик, и мы попробуем продолжить нашу победную серию и одержать долгожданную домашнюю победу. Жду, что наши победят и выиграют с хорошим счетом. Я хожу на Балтику с 1994 года. Мне не важно, как будет команда играть, выигрывать, проигрывать или играть, ничего, я все равно буду ходить. Но у меня главная мечта, чтобы когда-нибудь мы вернулись в высшую лигу. Это моя главная мечта. А так, будем каждый раз играем на победу, как говорится. Надеюсь, что сегодня тоже выиграем. Это просто машина. Ну, Альшин лучше всех. Мне очень нравится этот игрок. Жаль, конечно, что матч с ним пропускают, но все равно ждем победы от Балтики. Вперед, Балтики! Thank you.
Смотрите, первый тайм прошел просто феерично. Круче Балтики нету ни одного клуба в нашей лиге. Балтика – чемпион. Кто не верит, тот сами знаете кто. Хорош, много счастья, и я думаю, сегодня победа 3-0. Thank you.
что хотел сказать. Конечно, приходите, поддерживайте, несмотря на то, что у нас такой скомканный сезон. Иногда теряем очки, но мы всегда хотим побеждать. Я надеюсь, что болельщики в нас верят, и мы добьемся вместе успеха. Вперед, балтийцы!